нашего вуза. Вау-вау-вау-вау-вау! А че это мы тут собрались? А че это мы тут выступаем? Мы вообще-то посвящаем. А че это меня не посвятили? Кого посвящение? У первокурсников. А ерунда. И у первокурсниц. Итак, лечебный факультет, поехали! Damn shuffling. Дорогие друзья, и сразу представьте, два неприятеля встретились в кафе. Здорово. Здорово. Я это, стул возьму? Ну, бери. Борец записался на бальные танцы. Мне на ноги не наступало. Молодой человек пришел в аптеку. Итак, смотрим. Здравствуйте, у вас успокоительное есть? Да, конечно. Вот, возьмите, пожалуйста. Спасибо. Подожди, парень, возьми воды и запей. Спасибо, это бабушке. Извините, ребят, да, дорогие друзья, мы не хотим никого напугать, и все же представьте, необычный случай в обычном морге. Серега, давай вставай, твоя жена. Ну наконец-то ты! А вот так у нас проходит экзамен. Дожидается свою девушку. Так когда же на эскурс вернется? Абонент временно недоступен или находится вне зоны действия сети. Абонент временно недоступен или находится вне зоны действия. Абонент находится в квартире Игоря. Просьба не беспокоить. За что? НТВ существует программа «Максимум». А мы решили создать свою программу. Программа «Медикум». Итак, смотрим. А в эфире программа «Медикум». Скандал, интриги, расследования. Показать все, что вскрыто. Губки бантиком, бровки домиком. Именно так пластический хирург отчитывался о проделанной операции. Еще одна новость. На соревнованиях по граффити победное место взяла кардиограмма Аллы Пугачевой. Программа «Медикум» показать все, что скрыто. Лаборант кафедры анатомии Андрюша. Все-таки закатал. Лаборант кафедры анатомии Андрюша все-таки доказал студенту-первокурснику, что пельмень проходит через форамен магнум. Лечебного факультета признаны самыми умными и хитрыми, потому что они реально лечат. Это была программа «Медика».
Дорогие друзья, и напоследок мы бы хотели вам сказать. В будущем у нас у всех будет одна общая история, о которой мы никому никогда не расскажем. Врачебная тайна. Примите поздравления от фармацевтического факультета. Встречайте! Константин, может быть, вы дальше продолжите? Не, ну я могу. Дорогие первокурсники, поздравляю вас с поступлением в наш замечательный университет. И не пропускайте пары, а то у вас тоже будет 10 посвящений. Сцена на отработке по латинскому языку. Я не знаю. Я не знаю. Подскажи, клубчик. Я фарм!
преподавательством посещаемость основной группы резко возросла. Так, девочки, быстренько за мной повторяем дружно. Раз, два, три, четыре. Молодцы, красавицы. Раз, два, три, четыре. Ой, красавица. Так, чтобы... А? Это что на меня? Такие красавицы, молодцы. Провели Wi-Fi, и как только его провели, в коридорах стали появляться они. А все великие люди в нашем великом университете прошли сквозь нее приемную комиссию. На какой факультет планируете поступать? Ой, знаете, я еще не определилась, но хотелось бы с людьми работать. Тогда лечебный факультет. И детишек я так люблю. Тогда педиатрия. И вот знаете, зарплату мне нужно большую. Может, на фармфак? И чтоб когда я заходила, челюсти у всех ну просто отвисали. Тогда стомфак. И знаете, хочу в человека еще заглянуть изнутри, но не учиться 5-6 лет, а ординатура, интернатура, я в этом не разбираюсь. Так, девушка, все с вами ясно. Дорога в отлические психологи. Там люди и с открытым ртом будут.